Мыть или не мыть – такой вопрос не стоит перед руководством роддома. Не реже, чем раз в год. Так написано в санитарных правилах, его закрывают на профилактическую мойку. За это время проводят мелкий ремонт, проверяют инженерные системы. Пока съемочная группа работала, отключили основное электричество, проверяли резервное электроснабжение в операционных. Новый роддом по площади полов в 10 раз больше старого. В коридорах наводят чистоту сотрудники клининговой компании. Так называемые чистые зоны обрабатывают сотрудники роддома, применяют специальные моющие средства. У нас режим, который мы используем, это уровень противогрибкового режима. То есть и направлен и на бактерии, и на вирусы, и на грибки. В понедельник, 1 октября, эпидемиолог возьмет пробы воздуха и смыва с поверхностей. И если показатели будут в норме, то уже 4 октября палаты родовые примут пациенток. Врачи говорят, бывали случаи, что будущие мамы буквально под дверьми ждали открытия, не желая ехать рожать в другой город. Если все будет в порядке, здесь роженец ждет теплый прием. У нас своя котельная, и в принципе мы даем тепло по необходимости. У нас топят уже неделю в роддоме. Здесь работает отделение гинекологии, чтобы не было холодно. Мы включили отопление где-то неделю назад. Оксана Мирошникова, Кирилл Емельянов. Программа «События».